Что-то все рано так сегодня. Бежать на маршруте, увидел эти горки, думаю, ну не надо. Только не удобно сказать, ребята, сожаление, понимаете? Чувак, я тебе сказал. Дай какую-то гадость. Ну не говори. Я за вас волнуюсь, понимаете? Это правда, да. А мне интересно. Вадим, берем попробовать. Мне очень понравилось, как ты расписал. Газировкой правду не закроешь. Газировкой правду рот не сдешь. А сколько километров у нас сегодня? 30. Это подъема 20 метров. Да планировано 30. Сделать 900 метров спуска и 100 метров подъема. А потом вы едете на метров. Ну как дальше? Вот историческое место. Вот это Гильбо. Карабуре. Привет. С очки это, с диваном они едут, со своим. Хорошо. Они подруга. Служебные, это именно задание. Мы их там накроем. Можем групповую сделать? Можно, даже нужно. Вы бы с Владей договорились, кто кого снимает, а то вы оба снимаете одного и того же, вот этого. А я вне экрана остаюсь. אני עושה את זה באומנות, ואני עושה פרויקט שאנשים בכל העולם מצלמים את הים, איפה שהם גרים, ואחר כך אני מקרינה את זה, איך שהשמש זורחת מעל הים בעולם. הנה, באשדוד, כולם עולים בים. А потом мы три раза это прорвалось. Ты хочешь сказать, что Йоника надули, ему слишком дешево продали. Нет, ему Влад сказал, Йони, тебе надо ставить на спид кардан. Он нет, давай не цепь. Ну, прикольчики. Я хочу этот, не очень дырявые штаны. Я ему свои тоже. Поехали.
Мы по серпантину поднимаемся вверх. Вверх, вверх. Да. И здесь точно так же. פשוט מזרנים וגם על הקירות ככה וישב הבעיה של זה צ'יז צ'יז צ'ירפים Смех закончился, будем серьезно. Огурцы ты пролетаешь, понимаешь, а? Да. Ну, сюда тоже. Не забыл. Не, Серега сегодня чисто живет на чае, причем без сахара. Как Йоник, я могу вина попить, меня устроит. Приносит откуда? Испания. Выгонить. Испания. Круто, Йоник, ты знаешь, что за лезвие больше 10 сантиметров положен срок? Серьезно? А кто знает? Сколько этот чайник стоил денег? В школе или где? Нет, ну что, я купил его в Карабию. Где, ну сколько? Йоник, тебя обманули, тебе дешево продали. Йонику вообще все дешево. Я 25, я ему говорю 20. Хотя бы дать 22, говорю, не 20, говорю. Слышишь, Йоник, ты его должен вернуть. А Игорь есть? Игорь, пить будешь? Спрашивай. Есть небольшая психологическая ошибка в вине в этом году, в следующем году будет еще лучше. Нет, там, понимаешь, как без сахара она поначалу не может только стоять. Она чуть-чуть подкисла, чуть-чуть. Почувствовать писать. Будьте здоровы. Да. Как самое. В следующем году катаем в Иерусалиме. Так, в следующем году, да? Ура! Отвечаем в Иерусалиме. В Иерусалиме. Эй-эй-эй! Ребята, вы что, впереди горки, с них бежать надо. Показывай. О, за последствия отвечает предводитель. Хорошо пошло. Там куда, налево или прямо? Сейчас они как уедут, или потом мы не найдем. Найдем. Задрали нас сегодня механические транспортные средства. Заставка для Windows. Ага. Так, продавать команду. Иначе вас не сдвинет. Не сдвинем. Условный рефлекс у Павлова это назывался. Ну что, маршрутик был так себе, детский. Да. Каких-то 900 метров подъема. Ну, да. И почти весь проезжаемый. Я 800 показываю. Ну ты ж точковал, понятное дело. Да, понятно. Ну я 800 тоже детский подъем. Ну, да. Нам, как говорится, маленькие горки. После Марсабы. Да. Старый симулянт заехал.
Классный мотор был. Не хоть того, что мы раньше ездили, даже того-то лучше. Нет, нет, того, другого мотора на Гальбоа. В Одессе так ездили. Допрыгался! Допрыгался! Польза на газировке не надо! Дерзу же, дерзит, даже не хамит, а дерзит. А он уже понимает, что ничего не получит. Нам ваша, говорит, юзанная кола не нужна, да? Да-да, юзанная. Посмотри, как руки тянет. Юзанная кола. Уважить, не хочу вас обижать. Телефон, телефон, Илюха. Какой?